Приветствую, бойцы! Как у вас дела? Как настроение? Сегодня погоняем, почитаем веселые, но токсичные комментарии. По вооружению у меня улучшение. 12-11 левел, отлично. Там, соответственно, на вчера на стриме крутанул. Выпало умение 2,5% урон вайперов прибавился. Ну и еще 2 термонуклеареактора, да? Вчера на стриме попробовал. Ну, стреляют плохо, но за счет коррозии и там... Всякие там роботы сопротивления урона, фалконы, титаны получают повреждения довольно неплохие. В общем, странное вооружение, такое мое мнение. Вроде бы хорошее, а вроде бы и не очень. В общем, само то, что для обыкновенного игрока и надо. Думаю, нерфить его точно не надо. Куда его нерфить, оно и так еле-еле наладом дышит, да? За счет коррозии живет. Поразвожу здесь огнеметики легкие, на, не знаю, там на фантома, наверное, пойдут. Ага, и предлагают мне сразу собрать. А если я не хочу, а если потом буду конвертировать? Если передумаю? Поэтому приходится быстренько нажимать, потом несколько раз нажимать не собирать отмену. Особых поставок нет, операции прошел. Здесь можем крутануть за 1000, да? За 1000 что может выпасть? О, даже это мазер здесь есть, ни хрена себе. Ну давайте, ладно. Испытываем удачу. Я не сомневался. Даже игнайтер был бы лучше, да? Игнайтер классное вооружение, всем рекомендую. Итак, полетели токсичные комментарии. Начинаем с жести, начинаем жестить. Заходим в режим инкогнито у браузера и, соответственно, тогда ни аккаунт не подключен, там, в общем, все сбрасывается и, в общем, открывается все по умолчанию, да, чтобы не было такого, что я там что-то выбирал там или комментарии подобраны под моим предпочтением, там, то, что я отлайкал. Нет, просто режим инкогнито и открываем Warobots Tactical Action. И смотрим, начинаются. Разрабы, снимаю шляпу перед вами, вы молодцы, ну реально сделали все, чтобы в это вкладывали донатеры задроты. И главное, находятся идиоты, которые реально вкладывают. Это гениально. Ага, одна звездочка. Следующее. Прям не в бровь, а в глаз называется комментарий. Все во всей игре из-за чьей-то жадности теперь 3 вида роботов и 3 вида пушек. Из всего многообразия. Мы читаем комментарии, там описание, тут написано там 50 роботов, все дела, там пушек там 100 миллионов тысяч. А на самом деле играбельные, ну, по мнению Ивана Иванова, 3 вида роботов и 3 вида пушек. Но я считаю, что играбельные, ну только вот эти крио-пушечки, да, один вид пушек играбельный. Ну, это мазеры, возможно, еще играбельные. Ну, вот 2 вида пушек. А, ну если учитывать титановские пушки. Иван Иванов, ты что имеешь в виду? На обыкновенных роботов? На обыкновенных роботов, в принципе, один вид пушек играбельный. Это криогенное вооружение. Все остальное можно, в принципе, выкидывать. Ну, а там мазер так немножко попукивают. Так, а чтобы дикому донатить? Ладно, понятно. VR командору плавенный привет. Резанули все, что у меня было. 5 эваджеров. Все, что нажито непосильным трудом. 5 эваджеров. 5 джанов. Или подожди, а 5 корон. 2 джана, 3 хала и так далее. Столько сил потрачено, я про это и говорю, это просто бредятина, неуважение к игрокам. Они еще пытаются из той массы игроков, которые играют в Warobots, типа давайте поиграть еще динозавров. Вот вам отличная игра, мы старались, занимались и год, полгода, кучу ресурсов потрачили, сил, времени. А игроки разве ресурсы, силы и времени не тратят? Не? Вот, почитайте комментарий Хон Гильдон Джекичановича, как-то так. Разработчики, когда играешь в игру, то хочется разбить свой телефон. Если ты не донатер, то игра для тебя выходит на нет. Ведь у донатеров по сравнению с моими роботами-пушками все несколько раз лучше. А что нужно сделать для игры бестселлера, у которой онлайн зашкаливает, да, большой онлайн по сравнению с другими играми, да, чтобы все игрались и чувствовали себя хорошо? То есть донатеры должны играть с донатерами, обыкновенные игроки должны играть с обыкновенными игроками. То есть подбор должен быть по ангару, подбор должен быть по умениям пилота, по пассивным модулям. Глядишь, даже и по активным модулям, но это, возможно, перебор. А не по каким-то там виртуальным лигам, которые... Что такое лига? Хрен его пробей. Играешь полгода, и ты уже чемпион, прям, ну, 100%, если ты не рукожоп. Дальше будем читать. Ну дальше, как вы видите, комментарии ничуть не лучше будут. Самые мразотные разрабы всех на Google Play. Но, не обратите внимание, у нас у игры 4.3 рейтинг. Читаешь комментарии, ну максимум 3 звездочки, да, прослеживается. Вот пятерочка, очень странно, если играть с подключенным, то дисбаланс. И ты поставил 5 звездочек за дисбаланс, играть невозможно. А если без этого приложения, то вполне отличный подбор. Ты имеешь ботов, что ли, блин?
Скорее всего, этот Маркус Трупер 2020 играл с ботами, ему нравилось играть с ботами. А когда подключил Google Play, там профиль загрузил свой, и начался подбор с игроками, и он не вывозит. Тебе реально, что ли? Еврейская игра. Ну, по-моему, ты перебарщиваешь евреев с пиксельниками связывать. Евреям будет обидно так их оскорблять, сравнивать такие, с такими, такой компанией. Не раз уходил и возвращался в игру, опять настал момент бросать. Ну, в общем, и все такие комментарии можете почитать, дико-дико весело, можете ржать, там, главное, держите за животик. А теперь почитаем другие токсичные комментарии. Стрим War Commander, WarRobot.Rus, соответственно, опубликовал, ну, WarRobot.Rus агломератор, или как там называется, там, все новости публикуют подряд. Ну и вот обычным игрокам нет смысла смотреть данный стрим, такой ангар себе за всю жизнь не соберут. Давайте я тоже лайк поставлю сам себе. Прям тоже не в бровь, а в глаз. Реально, для кого снимает Гликман? Гликман снимает ролики для донатеров, для жестких донатеров. Причем жесткие нужно выделить красным шрифтом, большими буквами, размером 100 пунктов или 200 пунктов. Гликмана можно только он использует нас, а мы должны его использовать для того, чтобы получать ресурсы. Проводит розыгрыши, залетаете к нему на стрим и забираете все, что он дает. Как-то так. Больше, ну или возможно вы смотрите, у нас же можно посмотреть ролики Гликмана только для того, чтобы посмотреть, как вас будут убивать. Вот вам интересно, как вас, из каких пушек и как вас будут убивать? Ну вот можете посмотреть этого Гликмана. А так всякие геймплейные моменты смотреть-то вообще бесполезно. Парень испортился окончательно, ролики его оторваны от земли, уже в космос улетели. А мы живем на земле, а Гликман там уже где-то на Луне, на Марсе обитает. До свидания, Гликман. Так, здесь давайте. На официальной страничке во ВКонтакте, в WarRobot, что мы тут читаем? В честь шестилетия предлагаю сделать царский подарок игрокам, которые с вами уже долгое время, 66 миллионов серебра. Это ни о чем 66 миллионов серебра. Это ты прокачаешь робота до 9 левела вроде бы всего лишь. Прокачка одного левела 12 стоит 70 миллионов серебра. Хотя бы тогда дали 400 миллионов серебра, чтобы люди прокачали одного робота. 400 миллионов серебра — это прокачка одного робота. А, Андрей Иванов, думаю, 400 миллионов нужно, как бы тут было написать. 6 тысяч золота, типа 6 лет игре и все тут на 6, да? Тогда 666 миллионов серебра, хорошее число. 6666 золота и 666 платины. Ведь это игрокам самый ценный ресурс, так далее, спасибо. Ну, не знаю, не будем ставить лайк. Так, здесь что у нас? Картиночка. Официальное сообщество. 48 лайкосиков. С праздником, глубоко уважаемые разработчики. Вашему, да и нашему проекту 6 лет. Да, игра живет только тогда, когда в нее играют. В игру не играют, то в принципе игры по факту нет. Поэтому день рождения у вас, у меня, у нас, у всех. Напоминаю, я не хейтер игры, я так скажем, ищу узкие места, не то что ищу, обозначаю проблемы. А почему я обозначаю проблемы? Потому что я хочу, чтобы проблем не было, и чтобы мы играли в нашу любимую игру без этих проблем, без лагов, без дисбаланса, как-то так вот. Откуда в вашем мозгу идея столько всякой фигни? Может, уже хватит штамповать новых роботов и нерфить старых? Ну ты, блин, пишешь, а? Не успевают простые смертные получать и вкачивать то, что было придумано. Для чего вы нерфите ранее выпущенных роботов? Это нужно было делать до того, как вы их вводили. А потому что в юридическом плане не определено понятие этих всяких покупок. Я до сих пор просто удивлен, почему мировое сообщество молчит. Если ты покупаешь, условно говоря, телевизор, телевизор остается у тебя навсегда с прежними характеристиками. Если ты покупаешь машину, остается с прежними характеристиками. Покупаешь себе фильм остается с прежними характеристиками, длиной там 1:40, там, и фильм ты покупил, там условно знакомство с факерами, и знакомство с факерами у тебя останется на всю жизнь, не появится там свадьба в Малиновке через год. А купил ты робота почему-то у компании Pixonic, а робот превратился в говно. Не в пылесос даже, а просто в говно. Даже не в говно, просто превратился в пыль. Хрен его знает. Почему? Нет, и это причем не только у компании Pixonic. Такие проблемы, такие, вернее, зашквары есть и у других компаний. Почему не обозначается это на международном масштабе? Хрен его пробей. Дальше читаем. WarRobot.Rus, стрим какой-то там от Адриана. Не Адриана, это Артур. Артуриан, да?
Че до хрена всяких блогеров развелось? Ну, мне слово блогер не нравится, да, блогер тут пишет текстовки всякие, там, хреноботину. Те, кто занимаются на ютубе, это видеоблогеры, а те, кто занимаются играми, игры обозревает, там, играет, это игровой видеоблогер. А то слово блогер настолько обосранное, извините меня, я даже не хочу себя приравнивать к сообществу блогеров. И тем более блогер обозначает, когда ты текстовые хреначишь сообщения, что я встал, посрал, почистил зубы. Извините меня, так оно по факту и есть. Или видеоблогер, снимает то же самое, я встал, посрал, почистил зубы. Поэтому мне противно это слово блогер. Максимум, как я прошу меня назвать, игровой видеоблогер, только так. Почему до хрена развелось? Потому что это выгодно. Возможно, потому что людям скучно, тоже не учитывая этот факт. Потому что люди хотят популярности. Как-то так. Посмотри, сколько зарабатывают популярные блогеры, и ты просто офигеешь. Ну, 500 000 в месяц, играя в игрушки. Нормально для тебя, Хайрат Ахметов? Естественно. А почему? А просто даже не игровые видеоблогеры сколько зарабатывают. Они зарабатывают еще больше, чем игровые. Потому что и встроена в Google реклама игровых, на игровых всяких там стримах, видосиках, она дешевая. Самая дорогая реклама на ютубе это про автомобили. Вот если смотришь там какие-то видеоблогер автомобили там всякие снимает, это по факту или стремится к успеху, или уже очень богатый блогер. Ну и никто не отменял там, типа там, посмотрите на меня любимую, там, я такая, просто посмотрите там, какая красивая, это как чешет свою ЧСВшность, в общем, как сказать, да? Человек о себе слишком много думает, может себе снимать не только там, не из-за каких-либо денег, да, или перспективе заработать деньги, а только чтобы погордиться собой. Тоже такое никто не отменял. Дальше, что воробо-трус, объявление. Ой, хотя бы фартило, господи, боже, помоги мне, пожалуйста. Боже, с большой буквы написал. Правильно, Станислав, правильно написал. Но бог тут не поможет. Даже сам, ну ладно, не знаю, можно шутить на такие шутки, нельзя. Ну, давайте пошучу. Даже сам бог не знает шанс выпадения предмета в игре Pixonic. Возможно, сами Pixonic не знают, что они там понапрограммировали. Потому что подряд может выпадать одно и то же. И это свидетельство о том, что рандомайзер у пиксоников не работает нифига. Или рандомайзер накрученный. Какой вариант более вам нравится, сами выбирайте. А мы разворачиваем нашу игру. Я убираю захват. Чего я убираю захват? Захват мышки, чтобы вам не мешало. Лохотрон мы все покрутили, больше крутить нечего. Поболтал я опять 12 минут. Что ж такое? Болтаю, нормально поиграть не получается. Давайте два боя поиграем. Ключи еще бафнем. Гонка за маяками, а потом против всех. В стычку можно играть, но, я не знаю, ну, поприкалываться. Ну, раз, два, три, четыре, пять. Ну, раз, два, мне кажется, хватит должно. Итак, у нас гоночка, и поэтому нужно на стороне ручки быстренько маячки захватывать. На правый фланг Томин пойдет. Вроде бы пошли. Так, такой же страдерочек, как у меня, Райджин 2018. Я успел войти в круг, и значит, маяк мне засчитался. Инквизитор какой-то там весьма странный. Так, враги не пошли захватывать мост, это очень хорошо. Соловей, разбойник летит. Я пытаюсь также войти в круг, успею, не успею. Прыжок, еще прыжок, и мне нужна голда. Так, да, я теряю хпшку немножко, но, возможно, в статистику мне-то захват маяка пошел. Что не сделаешь ради голды? Угу. Сделать нужно сделать даже неправильные вещи. Так, тебе больно, да? Тебя сосался в лично. Давай, братюне, помогу тебе. Вот он сидит, да? Тулубасит, да? Новичокер, да? Так, атаку проявляем, нет? На вайперах, да? Так. Один прыжок есть. У нас там кто? Фантомас, да? Лагучий Фантомас. Застанил меня. Красавчик, активный стан модуль, да? Ага, да, и реально красавчики. И за счет стана, получается, антиконтрола нет. Я про что и говорил, почему раньше на страйдере не играл. Потому что была куча дробовиков, станили и страйдеры убивали, как нефиг делать. Ну, сейчас подставляют, так скажем, страйдерочка, когда используют активный модуль стана. Вполне эффективно. Но топа его не используют, потому что эффективнее, естественно, астрал. Так, выскакиваю и даем длинный залп. Успел, немножко отпинал. Так, коррозия сейчас будет работать. Ой, как хорошо вайперы сжигают, да? А я вайперы ругаю, что плохие вайперы. Какой был у него ник, интересно? Пилот? Кака? Пилот Кака? Реально Кака? Кака кого?
Так, опять Личара, там даже два Лича. Ага, играет от способности. Способность у Лича длится долго, целых 10 секунд. Стреляй, не хочу. Так, даем залп. Ага, хрена с два. Этого Лича уробьем, наверное. А возможно, был неактивный стан, а пульсары меня застанили. Что-то стреляю, стреляю по Личу, непонятно. Урон проходит, нет? Все-таки его убили. Ну и игра немножко так подлагивает. Слегонца. Тоже застанили. А, скорее всего, пульсары станет, да. Это неактивный модуль стана. Так, робот Федор. Пульсар, нормально работает, кстати, хорошая позиция. Ага. Ё-моё, еще гидры мне не хватало. Так. Ну и что делать? По-моему, нужно идти в атаку или идти в оборону. Давайте пойду в оборону. Пожалуйста, ну не бей меня, ну не бей. Я маленький страйдерочек, никого плохого не сделал. Шучу, сделал очень много плохого. Так, убежал. Потерял хпшку, но за счет регенерации восстанавливался. Так, долгую очередь даю, отлично. Правильно я с тактической точки зрения пошел на оборону маячка. Вот, вырезаю вражин. Троих зарезал. Да, мы сейчас потеряем маячок, нужно забирать вверх. Но у меня левая нога сломана, искрится. Скоро, думаю, разработчики придумают модуль ремонта какой-нибудь там, пассивный модуль, который... Да что ж тебе плохого тебе сделал, а? Так, я на подстраховке. Райджин, захватывай маячок. Ага. Нормально все, да? Никто не появляется. Отлично. Теперь возвращаемся. Пилот. Садж 209. Тебе хана. Ты зачем меня обижал? Да-да-да. Я на самом деле шутил, что я безобидный страйдер. Я еще какой обидный. Я обидчивый и обижающий. Отлично. Так, там у нас кто внизу? Ты у нас под мостом сидишь, да? Заныкался. Думаешь, тебя не видно? Тебя видно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас можно сделать кульбит, если получится. То есть, ни хрена себе. Скорее всего, ничего не получится. То есть, можно сделать вот так вот. И потом вот так вот. Ой-ой-ой, не получилось. Но все-таки я его убью. Оба-на, ну получилось, наверное. Немножко не рассчитал. И я взорвался от чего? От Blaze Wave, понятно. Волны Артура. Я волна, новая волна. Так, берем нашего антититана, антифантома. Ой, ну да, в принципе, антифантома, антифалкона, антилича. В общем, коррозийная установочка. Огнемет коррозийный. И вайперы коррозийные. Ну и как бы получается, мне, наверное, повезло, выпало умение увеличение 2,5% для вайперов атаки. Наверное, все-таки хорошо. Я сначала думал поменять, нужно, естественно, механик, но подумал, ну механик, в принципе, можно взять следующим умением. Правильно? Правильно. Пусть вайперы помощнее стреляют. Ибо они стреляют, ну, очень слабо. И вот кака. Кто тебе придумал такой ник, а? Или ты шутник, типа? КВНчик? Так это у нас игра как бы серьезная. Посмотри, 3 на нас. Боевые машины, блин. Сияют на свету. Ага. Блин. Коррозия по локе работает. Ага, пока я опускался. Способность... Опа-на! Не, я не хочу терять. Не-не-не-не-не-не-не-не. Так, использую ремонт, но я немножко в стеночку врезался. Использую ремонт, но, по-моему, меня сейчас отпинают. Не, нормально, нормально. Отступаем. Вот волна за мной бежит. Кто не знает, в принципе, топы даже киды используют. Да, да, да. У кида, знаете, какая классная волна, когда вы прокачаете по максималочке. Роботы просто офигевают. Так, нужно мне пуститься, скорее всего, под мост. Но у нас то и не буду захватывать. Аккуратненько под мостом. Спускаемся. Ювелирное приземление. Спасибо разработчикам, что понерфили Ауджуна. Теперь приземляться стало удобней. Оказывается, скорее всего, вон... Сейчас я дошучусь, блин, ко мне лич бежит. Так, ну маяк я захватил. А как же коррозия моя? Я хотел вас тут изничтожать, там, все дела там. Подписчикам показывать, что вот, в принципе, вайперы можете качать. Ага. Хотя, наверное, зря я вам показываю. Давайте взлетаю, наверное. Зря взлетел. Надо было попозже взлетать, когда ласт-энд работает. Зря я вам хвалю вайперы. Хотя я как-то хвалю, не хвалю, непонятно, да? За счет коррозии умрет. Вооружение спорное. Вроде бы и хорошее, но и малодамажное. Так что я думаю, даже если буду вам хвалить, даже если кто-то, следуя моим советам, будет его собирать, я думаю, все равно вооружение не будет нерфить.
Ибо большинство игроков на вайперах точно играть не будут, ибо это по факту для топов это шлак. Топы хотят одним взглядом убивать там, или там за пару секунд. Ну, на вайперах такое не получится. На вайперах нужно летать, что там, сжечь. О, соловей-разбойник. Пока он в воздухе немножко. Пока я был в воздухе, немножко его в инвизе побил. Пилот Ли. Видели, да? Ага. Я сам удивлен, что он выпал. Давай, давай, давай. Че там, завис, что ли? Что там делаешь? Боишься? Да что ты труп, ты один остался. Давай, 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 давай. Приземляется. Ага, ага. На криопушках, посмотрите, ни хрена себе. Крутой, блин. Вот это оператор понабивал. Оператор, да красавчик. Монстр, пират. Я помню, какие-то были корейские пираты раньше, нет? Не был в клане. Корейские пираты. Это другой клан какой-то. Ты чьих будешь? Чей это клан? Интернациональный значок, интернациональный оператор не поставил. Так, вот, на Calamity. Угу. Если вы обратитесь в поддержку, можете Dragon Calamity видоизменить просто в Calamity. Я написал два раза, и что-то первый раз там мне ответили, что вы точно хотите, скажите, типа, да, подтвердите свое действие. Потом вопрос закрылся, типа, вы вовремя не ответили. Потом еще раз написал, ну и что-то пока нет ответа. Ну, я люблю однотипное вооружение, внешне выглядящее, чисто из визуальной, эстетической точки зрения. Так, против всех. Ну, в общем, перфекционист, вы знаете, да? Так. Погромче музыку, наверное, бахнем, давайте. Что-то вчера на стриме слушал, как-то музыка у меня чересчур орала. Не могли написать, что ли? Без стыда, выходим третьим. Раз, два, без ластенда. Слева, на левой стороне никого. О, это Ливун. Ливун, ну-ка стоять. А ты нос кто? Равана? Новая? Равана Мамонт? Или Рванина, как ее называют? Рванина. Рванина, ну-ка сюда иди. Как мне бомбера убить? Давай, бомбер сейчас взорвется, я длинный залп дам, длинную очередь. Все, пошел залп, залп. Рванина на Вортекс играет? Ты смеешься, братюня? Так ты не чуди. Ну когда он будет Вортекс симуляция, давайте влево-вправо прыгать. Надеюсь, успею. Да, реально промазал. Угу. По-моему, Рванина вообще неопытный боец. Но очень счастливая, представляете? Вы хотите Рванину? Все хотят Рванину, не надо тут врать, что вы не хотите. Ну как Умихо, отпинай сзади Рванину. Там еще ивентовские есть новые скоржики. У Гликмана увидел, просто был в шоке. Так, стараюсь Рванину закрутить. И Рванину мы сейчас убьем. Да, вот он меня захват взял, но я всячески уворачивался. Так, бой какой-то чересчур ни о чем. Но я из таких боев выхожу. Ну вот, есть Enemy 6, в принципе, с ним будем бодаться, да. Надеюсь, он не будет жутким очканавтом в Very Close Game, там, а будет нормально управлять, да? Нормальный ты боец, не очкун? А то есть такие очкуны, блин, ангары все перекачаны и сидят по скиллу все играют, да? Все по правилам, блин. Никакого риска, блин, а? Кумихо резко озвездюлили. Так, и что у нас Enemy 6? На... О, ну, в принципе, я тебя могу, наверное, убить. Главное, что... Да, не-не-не, братюня, не. Даже и не думай. Так, ремонт не буду использовать. Пусть пилот ремонтирует. Братюня, да ты не справишься с криогенными установочками. А, ты у нас мега-супер-топ, да? Ну вот уже и Last End, братюня. Сейчас я могу полечиться. Ну что, братюня? Лич на скоржиках тащит, да? Но не против крепушек. У меня такой же лич есть. О, у тебя уже способность откадышилась. Как так так быстро-то, а? Вы что, решили вдвоем меня озвездюлить? Я так не хочу с вами играть вдвоем. Ладно, заберем этого. Так нечестно вообще, знаете, нет? Угу. Со спины приходить и резать. Ну, вернее, для режима честно, а так как бы не очень. Не очень для меня. Но я так сам делаю. Но когда со мной такое делают, мне это не нравится, естественно. Инк, на чем ты играешь? На Вортекса случайно? По-моему, у него там термит тяжелый этот Вортекс. И два арканчика. Или ты что-то непонятное какой-то.
Какой-то странный, блин. Он горит. А, не, он взял, самоуничтожился. Психанул, что ли? Псих? Ты не психуй. В нашей игре психовать нельзя. Так. Килл забрали у меня. И лагает фантом. Так, сквозь Ансель проходит встроенный щит. Фу, блин, сквозь встроенный щит Ансель у хаечика проходит дамаг. Раньше хачик тащил, ну, в принципе, и сейчас может тащить. Но с родным пилотом. Какой-то родной пилот добавляет сопротивление урона. Тогда хаечи играют более-менее нормально. Так что имейте это в виду. Я трех хаечи 12 МК2 продал. Ну, наверное, погорячился. Одного надо было оставить. Но не поверите, продал потому, что нужно было мне серебришко. Не потому, что я там же ненавижу хаечи, продам их. Не. Так, мне опять дятлы завелись. Долбит он там. Опа-на, опа-на, братюня. Сопротивление урона не работает, да? И скорость не та, да? И данные сервачков теперь стали обмениваться медленно, да? И ты как раз... я успеваю за тобой, да? Прогнозирую твои действия. Братюня, а? Как так-то? Еще раз убеждаюсь, что... Фантом лагает только тогда, когда нажимает на свою способность. И... Вот дятлы, а? С перфоратором наперевес. Фантом лагает только тогда, когда включает свою способность. Я думаю, это из-за своей дикой скорости сервачок не успевает обмениваться данными с клиентом. А вот так, представляешь? Давай, давай. Сейчас будешь телепортироваться, да, как я понял? Ой, братюня! Сегодня не твой день. Ты телепортнулся, что ли? Это был телепорт? Коровья его сожрала. А нет, вайперы сожрали его. Ой, хриогеновый, что ли? Глик куда насмотрелся? Ты это прекращай. А, не надо по тебе стрелять? Да не стреляю по тебе. Я ж по тебе не стреляю. Прикиньте. Вот это развод. Ни хрена себе. Я ж тебе не, по тебе не стрелял, братюня. Разводятело. Пойдемте разводятло этого ловить. Давай. Ага. Давай, кламите против криогенной установочки. Напоминаю, не рекомендую, лично я. Можете слушать Гликмана, не слушать, подавливаться ему. Не рекомендую больше одного робота на криопушках. Вот у меня страйдер на криопушках. И в принципе все, и баста. Ага, замерз. И до свидания. До новых встреч, аривидерчи. Так, это ты меня подставлял, разводятел? Разводятел, давайте убьем. Ох, да блин, что-то Enemy 6, какая-то заявка на успех. У него прям роботы на подбор классные. Фантом на скоржиках. Я сам о таком, в принципе, мечтаю, да? Ну я, знаете, о чем мечтаю еще? Ну, как бы, если на перспективу, то фантом, два спарка и скоржик, да? А если чтобы поприкалываться, хотя в нашей игре хрен ты поприкалываешься, два райма и атомайзер. Ну, или чтоб тащить, два райма и крила. Это 100% тащащая сборка. Я немножко в китайца начал превращаться. Ну давай, криогенчик, взлетай. А, не хочет, блин. Не хочешь? Че, реально? Ты не чувствуешь себе силы после того, как дракона понерфили? Так это же специально сделали. Чтоб ты стал приземляться удобно. Скорость маленькая, приземляешься сейчас четко. Точно знаешь, куда приземлишься. В общем, все ради игроков. А ты что думал? Нерфили, чтобы продавать новых роботов и пушки? Нет, ты что? Только чтобы ты и я, нам было удобно приземляться. А нас разработчики подумали, чтобы мы не промазывали. Реально тебе говорю. Что, до сих пор не веришь? Блин, ну почитай комментарии. Разве будут все игроки врать? Ладно, там, понимаю, там пара хейтеров может быть, там Киберсоник может быть хейтером, там, типа, там, игру ненавидит, там, из-за чего-то там, да? Играет всю жизнь игру и ненавидит, то есть, входит в игру, страдает, плачет, но играет, да? По мнению некоторых комментаторов, это так происходит. Ненавижу игру, но все равно играю, да. Логично, в принципе. По себе, ну, насудите. Я играю, потому что нам не нравится, вы не поверите. Опять, смотрите, влево-вправо крутит. Козел, ты что творишь? Не верим, он всех обманывает. Он меня обманул. Вот обманщик, а. Разводятел. Он такие разводятлы встречаются в игре? Я таких разводятлов первый раз встречаю, которые машут влево-вправо, а потом убивают.
Ну чё, братюня? Папандос, да? Теперь тебе уже никто не верит. Поговорки что не учили тебе в школе, в садике. Что не надо врать. Потом тебе никто спасать не пойдет, когда будешь тонуть. Так. Сейчас у нас уже на эвенджерах. Опа-на, я забыл вам врубить эвенджеры. Блин, Клинтон. Но я уже не буду включать, давайте в следующий раз включу. Но эвенджеры, поверьте мне на слово, эвенджеры понерфили настолько, они вообще перестали быть играбельны на большом расстоянии. Так, пошел я на размен, ни хрена себе размен. Ты свою способность откадышил? Красавчик. Рывок в бок, ага, не успею. Так, ну берем давайте нашего Джуна. ТВ Хул. Правильно я сказал? Не-не, механик. ТВ Хул это другой. Механик на 5 бегемотах, который играет, провел тестирование, как мне написал, потратил 3000 голды, выбирал умение, шарпшутер тоже уменьшение разброса и без него, и сравнивал эвенджеры на большом расстоянии, урон, по идее 30% должен уменьшаться, то есть стреляете без этого умения, там такое количество времени да, тратится, стреляете с шарпшутером гораздо быстрее, а именно на 30%, оказалось нифига подобного, разработчики что там нахитрили, намутили, и это умение не работает. Ну, возможно, работает, там какой-то кривой алгоритм сделанный специально, там якобы ошиблись, а якобы, возможно, и не ошибались уже, специально сделали. В общем, шарпшутер не работает, можете уже и не ставить. Ролик вам не включил, канал Five Mouse, все, вспомнил, как называется, 5 бегемотов. У него было 5 бегемотов на эвенджерах, то есть все... Не, подождите. 4 бегемота на эвенджерах, потом еще один был бегемот на глацерах. Это был основной у него ангар. Возможно, еще были эвенджеры. И представляете, как его взяли и подставили разработчики. А я всем говорю, подставили разработчики, это несомненно, да. Но и вы сами себя подставили. Так что, ни хрена он опытный боец. Красивое число, 18999. Прикинь, братюня. На ролик попал с таким красивым числом. Вот такой ангарский. Эвенджеры, глацеры, криогенчик. Как-то так. В общем, удачи в прокачке. Смотрите ролик Five Mouse. Я оставлю ссылку в комментарии. И Варобот Рус вчера закинул. В общем, нас в очередной раз надурили. 30% не работает. Пока.